Так, Никитзер играет против Андрюхи Нуля. На Вейле. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Дракон против Айзера. Табуретка, точнее, против. Айзен против... как его? Поджигу забыл. Блять, ты тоже прыгать не умеешь. Ты же давно играешь. Шога, неправильно разыграл тебя, вот тут убили бы нахуй уже, если бы Андрюха пошел шафтом сюда. Ах, эти 1300 ЛО, бля. Оп-оп-оп. Пиздец, тут просто бегают по карте. Надо было занять позицию наверху, сюда не надо было вообще идти. Промах. Ничего страшного, идешь наверх. Так-так. Здесь надо занять позицию и держать. Сейчас красная. Блядь. Ой, ты мог подштрафить, у него не было релгана. Ты мог подштрафить, и изи бы ебанул. Так. Неправильный выбор оружия. Впритык шафт достал. Получил пиздюлей нахуй. Уходит. Весь мой опыт 600 дуэлей. Но это много. Ой. Нормально подшафтил. Так, сейчас на красный надо идти. Все правильно делаешь, красный появляется. Нихуя шафт, блядь, на 600, на сколько, на 1200 ЛО. Ракету, блядь. Шафт надо было пополнить. Пополнил бы шафт, все бы было идеально. Табуретку надо на телепорт ставить. Это что такое? Зачем ты себя коцал? Объясни. У меня 950 ЛО, окей. Нихуя тут, блядь, руки джампа от Андрюхи. Не попадает, блядь, 2-0. Надо было аптечку забрать. Всегда надо пополнять хелсы, чтобы больше 90 было. Иначе, блядь, один ралган убивает. Здесь тебе пиздюлей должен получать, по идее. Нихуя себе финт ушами какой. Пацаны, блядь, фликают на 950 рейтинга. Жесть. 3-0. Так, правильный табурет, нахуй. На выходе сразу будет коц. Здесь красная. Шафт. Зачем зумить-то, блядь? С такой впритык. Зачем зумить, я не понимаю тебя. Андрюха лыбится. Шафт пополнить. Ты же слышишь, блядь, то, что в телепорте он. Ебать, тут свистопляска рук страшно, нахуй. Пизда тебе, да? Не, как ты выжил, блядь, еще. 5-0. Табурет неправильно поставил. Шафт. Понял. Немец. Просто не видно было, впритык надо было зумить. Хороший рулган. Пиздец, Андрюха, ты чё, блядь, как лунтик играешь? Сейчас табурет расстреляет еще. Не. Шафт пополняй всегда, чтобы было больше полтинника. Ты ж на месте стоишь, блядь, тут под шафтом. Шаг пройти. Нихуя себе тут какие финты, блядь, на 950. Сам себя коцает, забрать армор, а это 950 рейтинга. Смотрите, пацаны, как играют. Так, табурет сюда. Не понимает нихуя в звуках, заблудился. Здесь опять катается Андрюха, блядь, на джампаде. Так. Минус, нахуй, хорошо. 6-1. Ну ты в преимуществе, у тебя лучше респаун. Шафт надо было опять брать. В телепорт заходишь, шафтишь. У тебя же больше, блядь, на 50 армора. Почему ты обоссаку сделал? У тебя ракета еще была, у него нету. Ой, блядь. А чё ты не зашел, блядь? У него нет ракеты. Зашел бы, убил. Ебать, что творится? Что творится, нахуй? Третий этаж надо занять такие моменты. Ты сам даже не понимаешь, куда ты бежишь. Ты свет наверх хочешь закинуть табурет? Андрюха неправильный выбор оружия делает. Оружейная фабрика, 7-1. У Майрода.
ты его разъебываешь пока без шансов. Я не понимаю суть этой демки, Никидзор. Какие тебе тут ошибки рассказать? Или ты просто решил скинуть демку, решил повыебываться, то, что ты выиграл Андрюху. Это аптечки не берешь. 7-1. Осталось 5 минут. Так, табурет. Ракету надо брать. Ракету, блин, ну просто заспамить. Понятно, все, заспамил себя нахуй. Ебать, тут воздушный бой. Оружейная фабрика, 8-1. Шафт, шафт, постоянно надо пополнять. Что ты бегаешь, блядь? Шафт забрал, зашел в телепорт, ждешь, блядь, по звуку, как противник тебе забежит. Где, блядь, телепорты, джампады? Типы играют, вот сколько у тебя там, 600 игр в Квейке? 600 игр. Не понимает, где джампады вообще в этой игре. Перестрелки на ралганах. Немец. Соль. Соль, блядь. Просто соль взять, убить, нахуй. Ну ты ж попал 150 дэмэджа. Впритык, блядь, на нахуй. Оружейная фабрика. Фабрика. 9-1. Смотрим дальше. 23 хп человек подрейлить хочет, нахуй. То есть его могут убить с одного ралгана. 6-1. Ну а, ёпта. Сейчас фраг должен Андрюха забирать. Да, неправильный выбор оружия. Ракету переключил, убил бы. 9-2. Смотрим. Прицел 120. Батарея. Огонь. Мимо нахуй. Четыре минуты до конца. Блять, опять ты всегда с зумом шафтишь? Хорошо, блядь. 9-3. Сейчас надо было просто после миги Андрюхи вниз упасть и убить тебя нахуй. Ракетами забить. Потому что стандартная стратегия пупсиков, когда его убивают, просто с респа бежать на ракету, нахуй. Это изи, еще один фраг. На нахуй. Нихуя себе флики на 950 рейтинга. Я в шоке. 9-3. 3 минуты до конца. Перед телепортом не судьба стоять, просто когда выходит, ты ему сразу дэмэдж даешь. Окей. Бестолковые просто движения. Шафт. Хорошо. А здесь, блядь, впритык зумит, нахуй, а здесь на таком расстоянии не зумит. Что в голове у человека? Получает пизды. Окей. Базука Спелес. 9-4. Сейчас можно просто ракеты здесь тебя убивать. Андрюха не слышит нихуя. Ой, блядь, это ты просто халявный фраг. Мига лежит. Так, 9-5. Опять ты просто, ну вот, как я говорил, стандартный пупсик бежит сразу на ракету. Еще один фраг можно было ловить. Просто забираешь пушки, ставишь его за телепорт, а табурет ставишь, блядь. Ты даешь ракету на входе, блядь. Либо если он на джампад прыгает, нахуй, ты его шафтишь же. Если на джампад он к тебе прыгает. Все, это изи фраг, блядь. Особенно на таком рейтинге. Ты просто, блядь, убиваешь соперника. Даже 200 на 200. Потому что при выходе из телепорта ты ему сразу минус 100 даешь, и он не понимает, теряется. Я думаю, на 1000 рейтинга любой потеряется. Просто так проебываешь ту редку. Ее надо ставить либо на ракету, либо на телепорт. Полторы минуты до конца. Хороший рулган на Андрюхе. Надо еще один. Преследование нахуй. Хорошо. 9-6. Вот, бля, впритык зумит, нахуй. На дальнем расстоянии не зумит. Все наоборот, короче. Минута до конца, три фрага. Дефолт не попадает, блядь, флики попадает. Андрюха вообще шафт не юзует почему-то, блядь. У него сильный шафт вообще, вот опять с ракетой со своей, нахуй. Сейчас бы его здесь убил тебя. Просто неправильный выбор оружия. Оп. Блять. 9-7, 30 секунд до конца. А,
Блять, пошел бы, Андрюха, на этой аптечке, еще бы фраг сделал на тебя. Еще раз повторю, на вейле. Кидаешь табуретку и стоишь с ракетой 100 на 100, принимаешь типа, если у тебя нет контроля. Все, блять, это изи фраг на 1000 рейтинга. Дошло до тебя, как делать в следующий раз? Ну тут, Андрюха, как всегда, блять. Релган, ракета, релган, ракета, нахуй. Полный пиздец. Это финал, да. Только что смотрели.